Финтил крутил здесь, крутился. Ты кто? Без Матвей. На замене? А, вдвоем. Удали сразу, Влад. Нехороший человек. Обратно подносишь. Город был тоже проехать, что-то поменяется. Ну что ты, ну просто это же все. Перерыв 15. Ты просто не понимаешь, что просто сразу свистнули, вышел, свистнули, а тогда играл. Да нормально. Через сколько там? А, у нас через час. У нас не скоро. Да, что? Ты сейчас не сказал, а внутри какого огромное. Можешь сейчас перенести? Манема шанс. Ты будто на Мальдивах я. Массаж делаю. Вот, как на Мальдивах. По просьбе Игорь Павловича снимаю Мальдивы. Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов на фоне баннера с изображением логотипа российских железных дорог. Не проси нас, чтобы петь больше, пожалуйста. Очень хорошо спели. Поздравили. Никого больше не надо. Поздравили. Очень хорошо спели. Если друзья не видели, то вчера вышло видео, где вот эти ребята пели песню «Выпьем за любовь» в честь дня рождения Игоря Николаева. Только здесь другой, здесь Амазонас. Поздравляем его. Ты видел массаж по мне? Влад, как дела? Отлично. Когда на Мальдивы хочу, шикарно. Слушай, а вы кофе брали? Анко, поесть. Просто боится, что мало ли кто. Я вот это я Встань, я думаю, что у тебя сейчас будет 90 минут до этого. Answer your question. One hour, one year and a half. In August, you will be 2 years. Стёп, объяви потом. Да,
зайчики не забываем, ребят. Какая формула воды? Бля, дождь пошел. Вот, ой, эти кроссовки. Да, себе. И удачно поставили. На за ворота один. Это игровой. А как сказать это? Антон, вратарю, скажи. Активно. Да, без забегания, активно. Да, левым. Внимание! Вы на связи, хорош! Собирайте. Тара идет, белый. Игнат с игроком. Разберите, голова. Где? Внимание! А, кто еще? Я Гибрубен. Опустись, брат! А у них тоже скоро. Нормальная нога. Да, нормально. Давайте, ребят, пар надо. Лёш, Антон, нормально? Давай. Брейда! Брейда! Все? Первым таймом ничего не получали. Давай. Пошли. Нет, я имею в виду угловой. Да. Так, ребят, вот. Смысле?
Да? Нет. Какие мы? 28-е место. 58-е? 88-е. 88-е. Топ, стой, занял 6-е. Были на 396-м. Плюс 308 позиций. А Люцерн? Люцерн мы до сегодняшнего. Я вам говорил после первого тайма. Вышли с высоко больше головой. Герман! Освободим от этого. Думаю, нормально. А футболистам что скажете? Футболистам только спасибо. Они сегодня сыграли так, как могли. Да счет, конечно, не очень приличный, но с другой стороны. Как бы, а может хороший счет, потому что мы больше информации получили. Показываем отдельным игроке и все.